У одного из крупнейших железнорудных предприятий Украины, рудника «Сухая балка», новый собственник. Компания перешла в управление DCH Group бизнесмена Александра Ярославского. Сумма сделки – 110 миллионов долларов. Новым гендиректором станет Виталий Баш. Уже в ближайшее время собственник обещает провести глубокий аудит, представить стратегию развития и увеличить инвестиции в предприятие. Не забудут и о социальной составляющей, утверждает Александр Ярославский. Мы работали со всеми металлургическими предприятиями, ГОКами, и практически со всей промышленностью Днепра. Поэтому тут для нас ничего нового нет, и поэтому я как бы за результат спокоен. То есть мы договорились, что никаких резких движений мы делать не будем. Мы сейчас разберемся в ситуации на балке. Ну, она довольно неплохая. Договорились обратить внимание на социальное положение.